Будучи пионером гибридостроения, Toyota практически последний среди главных игроков мирового автопрома сделала чистый электромобиль. Притом сделала слишком громкое слово, ведь пока готов только концепт со сложным названием BZ4X. Поясним, приставку BZ будет иметь каждый представитель будущего электрического семейства. Она расшифровывается как Beyond Zero, то бишь за пределами ноля. Четверка говорит, что будут модели и побольше, и поменьше этой, а X подразумевает кроссовер. Точных характеристик паркетника пока нет. Объявлено лишь, что под кузовом упрятана батарейная платформа и TNGA, главной фишкой которой станет рулевой механизм без механической связи между колесами и баранкой. Также заявлены солнечные батареи и полноприводная трансмиссия, настраивать которую помогают инженеры Subaru. Окончательно доделать машину партнеры планируют примерно за 12 месяцев. Понятно, что нашей публике электрическая мобильность мало интересна, но не отметить этого факта мы не можем. Очевидно, что товарная версия сохранит образ и интерьер концепта. Хотя штурвал вместо руля – это, конечно, дизайнерская фантазия. А теперь внимательно посмотрите на экран. Это Ford Mondeo образца 2015 года. И именно таким мы запомним последний Mondeo. Ведь вскоре он сдаст пост приземистому купеобразному кроссоверу. Этот самый кроссовер только что показали под именем Evos. У машины доработанное и растянутое шасси фокуса. Но другие подробности мы узнаем примерно осенью, когда вместо концепта публике предъявят серийный экземпляр. А завершить этот выпуск будет логично еще одним кроссовером. Тем более, что это любимый отечественной публикой Nissan X-Trail, пускай и в китайской спецификации. Впрочем, похоже, что российский вариант визуально окажется таким же. Это значит, что нас ждут двухэтажная оптика, практичный пластиковый обвес и весьма атлетичные формы. По габаритам новичок почти повторит предшественника, так как оба они базируются на одной Renault-Nissan-овской платформе. В салоне будет многоуровневая передняя панель и высоченный центральный тоннель, а доминантой назначен горизонтальный тачскрин медиа-системы. Об агрегатах скажем вскользь, ведь для Китая заготовлена 1,5-литровая турбо-тройка с переменной степенью сжатия. Но для нас, хотелось бы верить, приготовит нечто менее экзотическое.